Мы идем в магазин «Чудо-остров», да? «Чудо-остров» идем? Идем посмотрим, что новенького появилось в магазине. Какие квадроциклы классные, да, Саня? Что здесь? Игрушки. Яйца, Саня, какие-то яйца новые. Смотри, динозавры, наверное. Какая есть? Ух ты, Саня, надо яичко эти взять. Смотри, какие классные. Якаи появились, да? Якаи, кексы. А смотри, кексы девочки, Сань. Видел, для девочек? Вот с этого кексика получается вот такая вот девочка. Да? А вот это... Яичко, вот большие что? Динозавры. Вот. Сейчас, заяц. Вот. Саня, может, купим такого большого динозавра? Смотри, в яйцах таких. Ой, сколько здесь видов яичек разных. Шопкинсы, Маська. Шопкинсы. Тролли. Класс. Сашка. Ух ты. Какие интересные. Что это такое? Какие-то сосочки. Саша. Саш. Слышишь, шопкинсы есть. Мась, твои любимые. И миньоны есть. Миньончики. Саша, иди сюда. А я знаю сюрприз такой. Какой? Ух ты, смотри, какие шопкинсы. Этих я еще не видела. А что ты смотришь? Ты что смотришь? Вот, посмотри, возьми фонари. Надо будет новое взять. О, смотри, какие машины. Что это такое? А, это пузыри. Посмотри, а я думала, это лизун. Я вижу, Сань. Я все вижу. Это пузыри. О, посмотри. Смотри, какая машина. Она это на батарейках, нет? Это фонарь. Нет, она не на батарейках. Это фонарь. И вот яйца, да? Да, и вот это... А вот... что здесь за яйца? А, это лизуны. А вот это, а вот это... тоже... Это новые лизуны или да, нет? Новые. Новые лизуны, Саня. А вот это надо фонари будет взять бать. Новые лизуны. Класс. Ух ты, какие! Есть вот такой ваш лайков и вот такой. А что он делает? А, он светится! Он светится! Я вижу! Папа, новые лизуны появились. И фонарики. Классно, надо будет потом взять, да, Мась? Это для девочек. Это для маленьких. Все, надо будет потом взять еще яичко. Идем машины смотреть. Сань, это для маленьких машинки. Идем смотреть для машины. О, плейдо. Саня, плейдо. Мася, новое плейдо. Иди сюда. Саша, иди сюда, плейдо. Смотри. Какого у нас еще нет? Так, это такой набор для девочек. А вот это... О, Сань, какой? А, больше плейдо тут нет. Это вот, вот только плейдо здесь. И вот. А какие здесь? Посмотри. Я просто смотрю, есть ли новые? Вот такой у нас есть. Ой, это такой у нас. Какой? А, вот, да. У нас этот, у нас, ой, как у нас? Вот. Каток. Каток у нас. Вот, посмотри. А, «Звездные войны», у нас же и были вот «Звездные еще. Войны». О, да, вот это новая вроде серия. Вот этого я не видела. А вот это у нас есть. Вот это. Вот это у нас. А, да, у нас вот такой. А вот это что? Вот это посмотри. Вот это? Тоже серия новые «Звездные войны». Что он там делает? А, тоже вот эти вот всякие роботы там, да? А вот, смотри. Смотри, какой автобус. Но новых нету, да? Сашка, я вас потеряла. О, оружие. Маська, оружие. Нерфы наши, да, любимые. О, как их много. Бластеры. Смотри, и такие разные виды. Ух ты, нерф. Так это все нерф, да. Это все эта фирма. А что они делают? А, вот этими пулями стреляют.
Без звука, без ничего. Но пишет 27 метров стреляет, да? Так, ниндзяга. Сашка, я тебя потеряла. О, Саша, роботы. Это что ты говорил, что робот... Смотри, с машинки получается робот. Видишь? Трансформеры? Да, наверное, трансформеры. Да, вот, видишь? В рептилии сразу вот такие превращаются. Вон, видишь? Они разные бывают. С машинок в разных роботов. Вот они есть и побольше, и поменьше. А ну, Сань, слышишь? Саш, слышишь, а идем вот сюда. А, это черепашка, помнишь, которая у нас была? А, это ты. О, смотри. А, это я смотрела вот этот. Сашка, ниндзя-черепашки. Иди сюда, померишь. Сашка. И маска. Слышишь, и маска ниндзя-черепашки. Ты ж хотел, Сашка, ниндзю ты хотел. Ну, посмотри на меня, вот одень, ну, на секунду. Саша, вот одевают. Посмотри на меня, ну, а ну. Ух ты, какой ниндзя. Смешной. А ты вот такую хочешь? Вот такое. Смотри, здесь еще, смотри, панцирь ниндзя-черепашка. Не? Ты ж хотел ниндзя-черепашки. Смотри, какие они есть. О, здесь и машина есть ниндзя-черепашек. Смотри. А нет у тех, которые руки так вот растягиваешь, и они кричат? Не, нету таких, да? А, Саша, смотри, иди сюда. Робокар Полли. Санюш. Тебе нравится Робокар Полли? А, Сашка смотрит Щенячий патруль. Точно, это Щенячий патруль. Это вообще вот... И теперь я ему хочу играть. А вот это игрушки для воды. Да. Да? Вот так заводишь, они плавают этот лапками. Машины, смотри, какие у них интересные. А там целый комплекс, да? А это что, Сань? А вот это база. База. А, база. Это такая вот а база. А вот когда новые их не выдают, пеш, вот это... Пиос такой, да? Такой базвайка. Ну. И вот их машины не помещаются, всё, видно. Пропустить. А мне вот это нравится. Что она делает? Это вон кубики там. А, это типа для маленьких, наверное, да. Такой. И вот это тайное. А идем, я посмотрю Hot Wheels. Идем? А ну идем. Hot Wheels. О, треки. Саня, треки. Смотри. Разные-разные треки. Парковки. Бурага. Да? Ну, идем Hot Wheels посмотрим. Где Hot Wheels? О, а мне вот эти нравятся. Монстр. Смотри. Монстр-кар такие, да? Классные монстр-машины. Тебе не нравятся монстр-машины? Тут это гон, какие монстры. Ой, да, вот это прикольный. А где вот монстр-машины? А смотри. А, вот. Сашка, смотри. Это ж ты такую хотел? Ты такую хотел? Вот. Ты ж хотел Hot Wheels монстр-машину. Такую, которая светится в ночи. Вот это вроде светится в ночи. Такую ты хотел? Я хочу, чтобы языком доставала. Языком доставала? Подожди, она что делает?
Не, это монстр-машина, это машина-привидение. Она, наверное, светится в ночи. Вот эта зеленая, наверное, светится. Нет, я хочу, что язык показывает. Не, нету таких, что язык показывает. А вот. Не, это не такая. Ну вот. А-а-а. Это язык показывает. А я думала, ты хочешь вот такую. Мне нравится вот эта, которая ночью светится. И какая тут еще есть? О, смотри, еще какая есть, Саш. Вот она. Вот. Вот, смотри, какая есть. Вот. Сань, во. Смотри, какая. Крутая? Это крокодил такой. Нравится? Нет. Монстр Джам. Нравится? Нет? Саня, видел? А что ты смотришь? А, это Hot Wheels, это эти акулы. Да, тоже интересные, да? Нравится тебе? Да. Смотри, акула есть вот. Но она была, это не новая серия. Эти были, я точно их помню, и раньше. Нравится? Акула нравится? Что, не работает? Работает только вот этот? Не, что-то она... О! Вон она как. Блин, смотри, что она делает. А этот скорпион что делает, Сань? А вот так он. Как? Встань возле. Ну, ну что ты боишься? Боишься? Тогда не нажимай, если ты боишься. Саша, а вот смотри, вот эту машину хочешь? Папа, а как тебе вот такая машина? Смотри, у нее мягкий кузов, она как спортивная такая идет, нет? Нет? Вот, вот это. Нет? Так я вот ее смотрю. А, ты смотришь ее? Да. Ну, она, ну какая-то интересная А4 такая. На 4, да. Ну. Саш. Так это с мягким кузовом, такая как она вот... Она вообще просто рама и все, на болтике. Не, ну она может, а ну посмотри, она ездит по грязи или чего-то там вот... Да. Что там, что пишут, что она делает, вот эта машина? Пульт радиоуправления на амортизаторах. Аккумуляторы? Резиновые колеса. Резиновые колеса. Аккумуляторы нет? Здесь аккумулятор. Аккумуляторы, да. Это хорошо. Это хорошо, что аккумулятор. А, нет, здесь на пальчиковых батарейках написано, батарейки? Галочка стоит. Жалко, вот. Что аккумулятора нет. Но это тоже не проблема, можно купить. Но она только, получается, по воде не ездит, 4 да? Это 4 на 4, те все по... Ну. 2, это... Какие? Только задний привод. Вот это 4 на 4. Вот это? Да. Но мне как-то та, такая покруче, как-то, не знаю, больше нравится. Ну, по дизайну. И вот смотри, какие. А вот та красная. Вот. А что, это тоже 4 на 4? Держи, ребенка покажи. Саша. Покажут все 4 на 4, которые на аккумуляторах. Да только вот, Саша, иди сюда. Где? Почему? Здесь же тоже тебе говорят, что аккумуляторы. Саня, иди тоже 4 на 4. Здесь, не, они мне по ковру не проедут. Тебе такая нравится? Я хочу, что водяная. Ну, водяных нет, тут амфибия. Нету. Водяные вон там. Где? Амфибия. Амфибия? Да. Вот здесь? А ну, подожди. Ну, не такие водяки, надо залежать, у меня там по 2,5. А-а-а. Є такого ж плану, тільки маленький екземпляр, його у нас, на жаль, немає. Угу. Вона розвиває швидкість до 20 км, може кататися по будь-якій ну, поверхні. Понятно. І також плавати. Вот это одні такі, да? Вот эти все это. Ну, вони грязь тільки, вони не да. Вони води. Вот эти, ці, да? Це чисто по воді. Ні, а це... вот эти. Пісок. Ну, все, а где? Это где? И грязь, и все. Вот это? Да. Ну, вот эту смотри. А это 4 на 4 или нет? Вот 1900. Маленького там? Да. Не, там, по-моему, тільки. Зараз я вам скажу. В чем разница? Пап, иди сюда на минуту. Сейчас. Я хочу вот такого агломедера. А. Ты не напишешь.
написано, зараза. Я так смотрел. Но это не 4 на 4, да? И для леса, и для квартиры написано, слышишь? Огроменоваться не хочешь? Вон там написано сбоку. Говорю. Где? И какая? Для леса, и для... А можно коробку носить? А, это те, которые... Ну, так она маленькая. Читай. Нет машинки лучше в мире и в лесу, и по квартире. Можно смело в ней и кататься, бездорожья не боится. А ну, смотри. А ну, попробуй. Тебе нравится такой? Да. Нравится? Нравится? Ты упадешь. Упадешь ты. Упадешь. Тебе нужен эти. Какой? Ты думаешь, на этом ты сможешь? Да. Если в нем руль не регулируется, то он для тебя уже маленький. Давай, Мася. Он маленький, зайка. Видишь, тебе надо уже побольше. А, руль не регулируется, он маленький будет для тебя. Смотри, джип, хаммер такой, а. Хоккей настольный. Да нет ничего. Вот туда можно. Ну туда ставится и играешь. А что это такое? А, это для маленьких. Это типа как Fisher Price. Это для маленьких. Видишь, какие маленькие детки нарисованы? Годик-два. Это для маленьких, Мась. Это совсем для маленьких. Ой, Сашка, иди сюда, я тебе что-то покажу. Смотри. Смотри. Саш, смотри. А, вот эта игра. Смотри. Нажми, нажми. Не, попробуй. Тихо, только сильно не стучи. Вот смотри. А, переключается на разные звуки. А если тут нажать? И уже музыка играет. А вот тут? Что означает вот это? А, и вот еще разные мелодии. Видишь? Не надо стучать. Вот так. Смотри. Нежно, нежно. Саша. Да, вот эти прикольные, да? Но, правда, для маленьких рассчитано. А это этим кнопочкам переключаешь на разные звуки. Муха какая-то была только что. Тебе понравились больше для маленьких, да, чем машины на радиоуправлении? Ну ты даешь.